Ребята, привет! Я сделала сегодня видео, вот ходила 3 часа, нашла эту Санту Стефану. Я сейчас хотела вам сделать антеприму, потому что пока я не могу залить, у меня нет времени, я должна бежать на работу. Но я, представляете, у меня сегодня будет бомба материал. Меня запустили в Осарио, это где кости и черепа. Это бомба. Ждите, пожалуйста, мое видео. Это просто то, что я сняла на Санту Стефану. Это вообще, ну я не знаю, это никто не, наверное, еще не снимал. И просто вот меня вот туда запустили, понимаете, да, оно закрыто, закрыто, да. А я туда попала и сняла вам удивительное видео, так что ждите, ждите, ждите. И сейчас, как только я смогу, я начинаю заливать. На это потребуется где-то, может быть, 2-3 часа, но вы знаете, то, что я сняла сегодня, это просто превосходит, ну, вообще все, что можно снять по поводу всяких мистических вещей. Пока-пока.